Чем занимается организация «Молодая гвардия» и кто может в нее вступить, об этом рассказал руководитель Одинцовского штаба молодогвардейцев Даниил Гайворонский ученикам 9-й школы. Стать частью крупнейшего молодежного движения России может любой желающий старше 14 лет. Главное желание. Желание работать, желание делать хорошие дела, ну и проявлять активность. Молодогвардейцы реализуют несколько серьезных проектов. Один из них – «Перспектива роста», посвященный более актуальной для молодежи проблеме трудоустройства. Проект по трудоустройству – очень полезный и значимый проект, который важен как раз для учащихся 8-11 классов. А сразу после презентации Одинцовской молодой гвардии ученики 9-й школы погрузились в историю уже в рамках проекта сторонников партии «Единой России» под названием «Герои навсегда».